Открывайте или дверь спилим, открывайте. Открывайте двери. Контроль остальных дверей. Открывайте, считаем до трех, будем спиливать. Так, так, на пол, на пол! На пол, на пол! Все, на пол, лег! На пол, лег, ноги под себя! Руки за спину. Женщина, кто еще в доме? Полиция, спокойно. Полиция. Так, ноги под себя. Он встал, стоит. Я встать-то не могу. Сейчас все объясню. Автомат, форма, пистолет, еще. Все, больше. Вот еще пистолет. Не, я понимаю, больше ничего? Секундочку, извините, пожалуйста. За что доставлен и что ты сделал? Объясни. За угрозу убийства. Ну, конкретно. Вчера ворвался, хотел в адрес. И что значит ворвался? Просто ну, попросил, чтоб женщина, соседка. А одет в чем был? Форму полиции, сотрудник полиции. А зачем ты одел форму полиции? Для устрашения. Позашел в квартиру, сказал. Что при себе было? Помимо формы на тебе одетой, что при себе было? Нахолощенный пистолет ПМ. Еще? Удостоверение сотрудника полиции. Так, в квартиру вошел, чем-то из этого пользовался? Ну, удостоверением и пистолетом. Как удостоверением воспользовался? Что сказал, как показал? Ну, что сказал, представился, кем, что ты, кто? Участковый или кто? Сотрудник полиции. Участковый ты или кто ты там? Водитель, милиционер-водитель, кто? Заместитель начальника отдела. Какого? Уголовного розыска. Какого, Железногорска? Нет. А какого? Красноярска. УВД города Красноярска всего? Нет. А отдела конкретно? Отдела полиции ОП-4? Нет. А почему не ОП-5, не ОП-3? Не знаю, какая первая цифра в голову пришла. Ладно, помимо того, что удостоверение предъявил, что еще? Ну, в руках у меня был пистолет. А что с этим пистолетом делал? Ну как? В руках держал. В форме с удостоверением, да. Сотрудник уголовного розыска, да? Да. И с пистолетом. Ну и ясно. Ну и как ты относишься к своему действию? Ну, очень плохо. Ну а для чего ты сделал? Как правильно ли поступил? Добился своих целей? Нет, целей своих не добился. Вину признаю. Удостоверение как давно, где взял? Заказал в интернете. Ну, нашел в интернете электронный адрес, ну, человек, который изготавливает. Вся переписка по изготовлению, доставке, оплате происходила путем онлайн общения, то есть личного контакта не было.